Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просят. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем здравствуйте. Начинается программа «Добро пожаловаться». И в этой программе на ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Это председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартир, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. Добрый день. Здравствуйте. Доброе утро. И надеемся, что к нам также подключится и второй наш эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. У нас по-прежнему работают каналы связи. Это телефоны 67-212-93-9, 67-213-93-9. Можете звонить, задавать вопросы. Или писать нам на WhatsApp 2-300-6191. У нас остались и с прошлого раза вопросы. И также у нас есть еще вопросы, которые пришли к нам вот буквально сегодня утром. Ну, давайте, может быть, начнем с тех вопросов, которые были. Значит, тут было два вопроса. Мы начали, я помню, что отвечать на него, но слушатель все-таки не совсем понял. Спрашивал он следующее. Я живу в муниципальном многоэтажном доме в приватизированной квартире. Я считаю, что ремонт квартиры – это моя собственность, ремонт общих площадей и конструкций дома – ответственность города. Прав я или нет? И дальше, ну вот, еще один вопрос. Тогда за что с меня управляющая компания собирает деньги на ремонт дома, если ремонт дома – это ответственность города? Ну, попробую я ответить, Айвар дополнит, наверное, потому что он больше может оказаться в теме. Но на самом деле вопрос неправильно поставлен. Я живу в многоквартирном жилом доме, в котором часть квартир принадлежит самоуправлению. Я бы так поставил вопрос. И в данном случае обязанности собственника квартиры, они не зависят от статуса самих, кто входит в состав собственника. Так что на самом деле здесь никакого исключения нет, никто не должен заботиться о вашей. Если вам принадлежит квартирная собственность в доме, то вам принадлежит и идеальная часть всего общего, что есть в доме. Коридоры, лестничные клетки, коммуникации, крыша, стены и так далее. Даже если это муниципальный дом, если это муниципальный. Ну, что значит муниципальный? Он же, понимаете, есть такой. Есть дома для малоимущих. Там совершенно особенная вещь. Есть дома, которые поделены на квартирные собственности. То есть вот стоит многоквартирный дом, в нем 90-100% квартир принадлежит самоуправлению. Это не муниципальный дом. Это многоквартирный дом, у которого один собственник у всех квартир. Но на самом деле по каждой квартире обязательства точно такие же, какие и без этого. Но эту коллизию расскажем более подробно. Это частое заблуждение, поскольку дом до сих пор действительно, если вы посмотрите земельную книгу, там будет написано, что дом принадлежит городу. Да, но это такое, скажем так... Маленькая ошибка, наверное, при процессе приватизации, когда этот дом был поделен на квартирные собственности и отдан на приватизацию, тогда в этом процессе просто забыли, что с этой записью делать. Да, из этого, ну да, в свое время
город его построил, он как муниципальный дом вот остался в памятях наших, да, еще эта запись в земельной книге, что дом принадлежит городу, он как-то мешает, наверное, воспринимать о том, что вам принадлежит конкретно приватизированная или купленная квартира вместе с думаемой частью этого дома. Да, это просто, скажем так, такие архаизмы, которые, к сожалению, остались, но суть это не меняет. Город не будет заботиться о вашей частной собственности. Да, это не забота ни города, ни государства. То есть это забота именно владельца квартиры, который вместе с квартирой приобретает и думаемую часть всего дома. То есть, когда управляющая компания собирает деньги на поддержание этого дома в надлежащем состоянии, на ремонт, это абсолютно все законно и нужно этому подчиняться. Конечно, это то же самое относится, если дом перенимет на себя управление домом кто-то из владельцев квартир, да, или бедрибо создадут и перенесут. Это же как это обязательное действие, которое нужно выполнять, и там без разницы, кто это выполняет, товарищество, дом правления, да, частное дом правления. Это ваша собственность, и у вас есть и права, и обязательства по закону по отношению к своей и общей собственности. 67212-93-9, 67213-93-9. Принимаем звонки, но вот сорвался звонок. Очевидно, это был автодозвон. Человек не дождался. Перезвоните еще раз 67212-93-9. У нас между тем остались еще вопросы. Какая ответственность распространяется на управляющей компании за несоблюдение обязательств перед владельцами квартир? Обычная гражданская правовая ответственность, как в любом договоре, что предусмотрено в договоре. Обслуживание там должно быть предусмотрено и расшифрована ответственность обеих сторон. Но когда говорит об ответственности, подразумевает, наверное, то, что результат такой, что произошло, нужно смотреть. Один вопрос, если они не выполняют чего-то, но в результате этих действий либо бездействий не наступает ущерб для собственников квартиры, наступает ущерб для собственников квартиры. Это существенная разница. Но, в принципе, какой-то специальной ответственности нет. Заключаете договор, проговариваете ответственность и уже тогда классифицируете, исходя из того, что вы в договоре оговорили, является это нарушением, не является, был ущерб, не был ущерб. Ну так вот ответить чисто теоретически, какая ответственность, только по договору, который предусмотрен. Ну и когда в случае, если какой-то ущерб, это очевидно, ну в суд, да, через суд это решается. Ну решает. Это да, это дальше, ну или переговоры, или суд, но для этого нужно иметь обоснование, для этого нужно иметь, вы должны четко юридически классифицировать, что вот компания по договору должна была сделать, она не сделала, в результате чего наступил ущерб. При этом по всей цепочке должно быть обеспечено, чтобы компания выполнила свои обязательства, должны были собственники принять необходимые решения своевременно, выделить финансирование и так далее. То есть там никаких отличий от обычных договорных отношений нет. Еще один вопрос такого рода. Сегодня утром пришел. Если я не подписываю абсаймне кошена с лигумс, с дзиваклю абсаймне кошена с бедриба, то штрафы, которые прописаны в договоре, имеют ли силу? Например, нет. Нет. Угу, сразу. Если вы, в чем отличие, собственно говоря, договор, не договор, вы все равно все должны оплачивать. Вы должны оплачивать все услуги, которые или должны гасить все затраты, которые предусмотрены законом, за исключением одного. Если у вас нет между вами юридическим лицом и физическим лицом нету подписи, то применять какие-то штрафные санкции за исключением законного процента, это 6% годовых, никто вам не может их выставить.
Угу. Это, ну, практически вы предвосхитили дальше. Вот идет просто объяснение вопроса. Если, например, в мою квартиру без зараннего предупреждения хочет зайти член правления с дзывоклю апсаймни кошина с бедриба, и если я его не впущу, значит, в договоре был предусмотрен штраф 50 евро. Это вообще легально, спрашивает человек? Да. Вот тут уже вопрос другой. А с какой целью хочет зайти член правления? Познакомиться, попить чая или предотвратить аварийную ситуацию? Понимаете, тут разные вещи. Ведь на самом деле в законе прописано, что собственник квартиры обязан обеспечить доступ к коммуникациям общего пользования, то есть, ну, к общей части имущества, должностным лицам обслуживающей организации. Если член правления этого общества, допустим, просит впустить его в квартиру с целью определить источник аварии, ну, конечно же, его должны пустить. И если он не, если вы не допустите, то, конечно, за это могут быть какие-то последствия. Но... Я бы не называл это штрафом, но... А если это, значит, было предусмотрено вот тем самым договором, который не подписал этот человек, штраф он платит или нет? Ну, я бы, понимаете, штраф вообще может собирать другие лица. Здесь могут быть другие платежи, но, в принципе, если в результате того, что вы не пустили, наступит ущерб, то да, вы заплатите, оплатите этот ущерб. Я бы квалифицировал это. Ну и был вопрос такой общий, какая вообще ответственность распространяется на управляющих? А, мы, по-моему, его затрагивали за неисполнение обязательств. И тут была ссылка на статью, которая появилась вот буквально вчера на ББЛВ. Взятка на 2 миллиона, литовские домоуправы нацелились на рижские дома. Речь идет, значит, о резонансном деле, которое сейчас направлено в суд по поводу, ну, мы говорим все время, предполагаемой взятки, которую предлагали главе домоуправления Ригаснаму Апсаймни Котайс. Об этом заявил, значит, руководитель фракции в Рижской думе Мартин Шкасович. И вот просят, ну вот прокомментировать эту ситуацию, значит, по поводу того, что будущее вот самого РНП, вот то, что сейчас вызывает очень много волнений, и в том числе у владельцев, ну, у жителей города, говорят о том, что литовские компании вот нацелились, если произойдет передача в частные руки, и, очевидно, там есть несколько компаний с литовскими корнями, которые нацелены, ну, смысл этой статьи, на то, чтобы перенять определенные дома, и вот просят, ну, прокомментировать эту ситуацию, что вообще сейчас происходит. Ну, если по этому делу, я думаю, что это политические игры. Та информация, которая, наверное, ну, в аналитически думающих людей есть, да, там ясно, понятно, что это был, скажем так, отвод, громкий отвод внимания от других проблем в городе. Это, ну, вот меня, как человек, который в коммунальной сфере работает много, там, более 10 лет, это выглядело так. Угу. О том, что литовские предприниматели, они намного активнее и агрессивнее, да, так. Они уже вот в 15-16 году, когда заходили в Латвию, они так, ну вот, структурально и целенаправленно, да, перенимали компанию за компанией, перекупали. И, конечно, такая структура РМП, такой больше нет ни в Литве, ни в Эстонии. И понятен интерес к ней, с одной стороны, самая большая компания, которая вообще есть в Балтии, с одной стороны. С другой стороны, ну вот давайте еще раз подумаем логично, вот почему самоуправление должна каким-то образом заботиться о частной собственности. Ну, тут здесь логики нет. И когда я был еще председателем правления РМП, тогда же и вышло заключение от Совета по конкуренции, если я правильно помню, и там
черным по белому было написано, в законе есть 8 признаков и есть определенный алгоритм, насколько часто самоуправление, каждое самоуправление, не только Рига, должна вообще взвешивать, где они участвуют, в каких коммерческих организациях. РМП – это коммерческая организация. Да, они должны взвешивать, почему они там. То есть есть какая-то нехватка рынка, да, есть какая-то стратегическая необходимость в этом быть. Нету, не, если вы почитаете закон, вот любой наш слушатель, там есть 8 этих признаков, нету ни одного в случае РМП, чтобы РМП оставалась по закону, она не может быть во владении города. Коммерческая организация в рынке, в котором есть, наверное, более 100 в Риге представителей этой услуги. Нету никакого ни логического, ни какого другого там объяснения всему этому. Просто насколько РНП, настолько он большой, настолько это политически неудобный вопрос, потому что политики, как только его пытаются поднять, народ начинает шуметь, и политики боятся. И здесь просто, ну, как-то законодатель, если мы смотрим на вот саму Думу, ну, они сейчас, в принципе, нарушают закон. Потому что по закону такая компания не должна быть во владении самоуправления. Этот вопрос всегда поднимается. Он поднимается уже с 90-х годов, с середины 90-х годов. Что делать с РМП? И пока не будет какого-то конкретного давления с Совета по конкуренции, что, ребят, ну мы же вам сказали, что вы нарушаете закон. Пока они начнут кого-то штрафовать конкретно за это, оно будет во владении самоуправления. Что рано или поздно, но приведет к тому, что опять накануне будет вопрос о приватизации или отчуждении, или ликвидации. Ну, есть много разных способов, но такая компания по закону не должна быть, она по существу не должна быть. Да? То, что мы говорили в наших передачах, и то, что имеет смысл, я по последним каким-то веяниям понял, что где-то мы услышаны, эта идея уже зашла в городе. То, что обсуждается централизированная чистка снаружи, да, чтобы вот не было так, что каждый дворник, каждый дом заботится о своих там 5 квадратах улиц, а чтобы это было в городе централизировано. Да. Сейчас про это думают, считают и так далее. В этом есть смысл, потому что это лицо города. Вот насколько город чист, это вот я считаю лицо города, и про это, да, город действительно должен заниматься. Но не сменой труб, но не покраской там, лестничных клеток и так далее. Это не функция города, да, это функция домоправых, профессиональных домоправых. Из-за этого, ну, литовцы все это хорошо давным-давно понимают. У них эти процессы прошли давно в их стране. Они понимают, что рано или поздно в Латвии это случится. Это и поступило, почему они сюда заходили. Они сюда не заходили для того, чтобы, ну, представьте, такая там концерн компаний, как City Service, у которых там в хорошие года оборот был в 100 миллионах. Они же не захотели сюда, чтобы какие-то маленькие домоуправленческие компании купить. Они заходили именно из-за того, что здесь есть на рынке такое РМП, что рано или поздно его придется с ним что-то городу думать, что с ним делать. Это просто готовиться. Они зашли сюда, чтобы приготовить почву к последующим шагам. Как это будет, пока никто не знает. Политики втихую вот молчат. Время от времени высказывается в каких-то заседаниях о том, что, ну да, там же черным по белому написано в Совете по конкуренции, что нельзя такую компанию держать на балансе города, да, но никаких конкретных шагов не делается. Как только начинают делать, вот как при этом скандале, тогда сразу понимают, что запахло жареным, сами говорят, не-не-не, никакой приватизации не будет. Ну, это политические игры, мы все понимаем. И этот скандал, он с пальца выйдут. И я могу, наверное, с кем-то поспорить, что закончится ничем. Оказалось, что ну не так поняли, ну не так высказались, да, но конкретного никто с чемоданом не приходил, я уверен. Да, потому что, ну, одно из моих образований – юрист изначальных, я тоже заканчивал в свое время академией полиции. Ну, если бы там был бы реальный состав преступления, да, тогда бы это было бы взято на разработку, так вот такая сумма, да, если кому-то предлагалось.
там уже бы договорились, что где довели до момента, вот когда реально деньги передаются или пересчитываются, и тогда бы взялись по личному всех и повязали. Да, в такой момент, когда кто-то что-то о чем-то говорит, да, господин Трубко в свое время предложил городу, тоже понимает, также мы все понимаем, что рано или поздно каким-то образом городу придется решить проблему с РМП. Он тоже в виде эксперимента предложил, говорит, давайте вот там, где у меня концентрация домов, дайте мне вот на условиях каких-то делегировать тоже и остальные дома в этом квартале. Дайте мне пообслуживать там год, два, три, я покажу, что я могу лучше. Ну, каждый, наверное, из нас, и вот из предпринимателей может тоже так сделать и показать, что мы работаем быстрее, эффективнее и так далее. И вот была суть этого эксперимента. Да? И, конечно, там рисуя, наверное, как и думая про какую-то эффективность, а что получат жители, а что получат жители, наверное, где-то была какая-то концентрация цифр, что вот за 5 лет, например, сэкономим 2 миллиона, их можно пустить не просто в обслуживание, а можно, например, накопительные фонды поставить домов и за эти деньги что-то там сделать. Вот, скорее всего, как-то все было. Но преподнесено это все по-другому. Да? Ну, еще раз, я готов поспорить, что там закончится ничем. Это просто такая политические игры. И отвод в то время, если думающие люди посмотрят в ретроспективе, что происходило в городе. В городе был большой бардак по чистке снега, по велодорожкам, по столбикам, которых понаставили, и потом не понимали, как чистить снег. Я в то время сам, поскольку даже зимой я езжу на велосипеде по городу, по центру города, я весь бардак видел. И недовольство людей было очень большое. И вдруг скандал, это с точки зрения пиара, обычно так делается, чтобы отвести внимание от этих проблем к другим. Вот и все. Но у меня вот вопрос, может быть, еще по этой статье. В каким вам видится наиболее бы логичным и правильным решение этой ситуации? То есть вот передача РНП в частные руки, деление его на несколько кусков, выставление, вот как предлагалось, по-моему, господин Нейманис выступил, значит, что лучший способ получить самую высокую цену за такое предприятие – биржа, например. Биржа – это моя идея, я ее начал, чтобы компании выйти на биржу, она должна быть вот кристально прозрачна. Это и была моя цель, но мой выход на биржу был другой. Это был связан с тем, что не хватало денег на реновации домов. Потому что, чтобы отреновировать все дома, даже не все, половина домов РМП, необходимо 500 миллионов. 500 миллионов. Ни один банк Латвии, даже если все банки в Латвии вместе скинутся, они не смогут одолжить. И РНП тоже с финансовой точки зрения не может взять на себя такие обязательства. Из-за этого биржа была просто как доступность денег, с которых вот могли бы делать такой специальный механизм. Я разработал, что РНП присоединяет там такой портфолио по 20-30 миллионов, реновировать дома и потом перепродает эти все обязательства. Да? И так все время, потому что почему 20-30 миллионов на тот момент это была способность РМ занимать деньги. Да? И биржа это еще как альтернатива, чтобы присоединять еще капитал. Да, это красивый такой выход ситуации, но он сложный, длинный, и ну, не до конца, наверное, всем понятный. Здесь два аспекта главных. Один, РНП, как любая компания, это все же актив самоуправления. Да? Если мы думаем, как вот владельцы, мы же, в принципе, своими налогами все это поддерживаем. Если мы думаем с правильной точки зрения финансиальной, с точки зрения вот, граждан, ну, самое правильное было бы его продать. Потому что эти деньги попадают в бюджет, и с этими деньгами можно что-то сделать. Да? Можно их пустить на соц. Как какие-то функции. Это один вариант. Другой вариант – с этих денег создать фонд, с которого потом самоуправление бы помогало реновировать или софинансировать реновацию. Как,
ФК-гранты, да, там вариантов множество есть. Это один аспект. Другого аспекта, чтобы не было каких-то таких опять скандалов, продаж и все остальное, тогда самое правильное было бы городу оставаться в аллегории спорта судьей, то есть который надзирает, как этот весь рынок работает, да, вот, но самому вмешиваться только тогда, если там что-то там остается без тепла, воды, то есть ну, без основных каких-то услуг. И поделить РНП на части, да, и вот тогда, и вот тогда выставлять с предложением, вот, ну вот, предприниматели, вот покажите, что вы можете хорошего сделать для жителей Риги, да, вот, ну вот, дайте свою цену, сколько это будет стоить, вот, на этот квартал или на эту часть города, это должно быть концентрация квадратных метров в каком-то определенном месте, это специфика домоуправлений всех, что все зависит, насколько у тебя много метров именно в одной территории. Чем больше, тем ты можешь работать эффективнее, тем цена может быть адекватнее и ниже. Да, там, ну, много-много всяких логик тогда получается. И все, и тогда вот давать права на обслуживание конкретного квартала или вот места в городе. Да. Если что-то не делается так, как было обещано, тогда прерывать договор, сказать, вот следующий, вот кто может сделать. И все, оставлять контроль над финансами, над накопительными фондами, чтобы не было так, что кто-то пришел, кому-то отдали, он там забрал 10, 20, 30 миллионов накоплений и не пропал куда-то. Это все держать под контролем, но вот перестать самим делать, а стать организатором этой функции, да, это второй вариант. Да, я думаю, что с такой точки зрения простоты и понятия, вот второй вариант, он проще и понятнее. Да, да, биржа – это моя мечта была компании, но она шла в комплекте того, что я продвигал в Министерстве восстановления домов и энергоэффективность не как альтернативную, скажем так, функцию, за которую могут голосовать, а могут и не голосовать, а как обязательно. И упаковывать это тем, что создавать и определять, почему я начал это движение по определению и углубленной экспертизы домов, чтобы понять, в каком реально состоянии дома, да, потому что были, как мы говорили уже несколько раз в вашей передаче СНИПу, то есть стандарты Советского Союза, которые говорили, вот этот дом простоит 100, 150, 120 лет и так далее. При независимой Латвии, когда начали принимать законы, вдруг эти нормы упали на 60 и 80 лет. Да, то, ну, когда я говорил с министерством, от чего это, ну, никто не мог мне объяснить, но предполагалось, что это была какая-то средняя арифметика, чтобы те объем сертификатов, который выдавался каждой семье, чтобы он хватал в среднем по городу для приватизации своей квартиры. Из-за этого через уменьшение амортизации, срока амортизации, создали такую систему, что хватало этого. Да? Но обоснования технического этого не было. Из-за этого в домах РНП я начал проводить вот так называемые углубленные экспертизы, чтобы понять, в каком состоянии конструкции, соединение и все остальное. И исходя из этого, создать точный алгоритм в стране, что вот такого типа дома, если нет каких-то других признаков и так далее, что они простоят вот точно 150 лет. Или, но через там, 50 лет нужно проводить такие работы, через 30 лет такие работы, через 20 лет такие работы. Если это не выполняется по плановому образу, да, вот тогда такая компания, как РМП или любая другая компания по домоуправлению, это считается, они должны проводить эти работы, да, чтобы сохранять дом энергоэффективный и стабильный. И эти действия признать обязательными. Не вот дом рушится, текет, разлагается, и мы думаем, вот, утеплять конструкции, там, укреплять и так далее, а нет. Вот признать по закону, что это обязательно. И если эти все движения, не движения, а действия, они обязательны, тогда ты как домоправ можешь планировать, что такое, как массовое восстановление домов, да, и при массовом восстановлении домов нужны большие деньги.
да, что в один момент, например, реновируем весь квартал. Тогда я вот была, я продвигал идею реновации кварталов. Почему? Потому что обычно в одном квартале такой же серии дома, которые были построены в одно время, и у них те же болячки. Если мы, скажем так, как врачи, вот, работаем с одного типа болячками, тогда ну, организация работы может быть максимально эффективна, потому что мы понимаем, что мы эти болячки сейчас лечим не в одном конкретном доме, а в всем квартале вот по такой, в такой серии домов. Вот в чем заключалась вот эта идея. А вот что значит, что литовские компании пришли на наш рынок? Вот, ну, я понимаю, что из патриотических чувств, может быть, мы испытываем досаду, но, может быть, наоборот, если вот вы говорите, что у литовцев больше опыта, они более, скажем, подкованы в этом. Вот это хорошо или плохо, что литовские компании на рынке? Это не хорошо, не плохо. У нас открытый рынок, и любая компания может зайти, да, там, с любой страны, и... Это и есть как бы, ну, при капитализме, при открытых рубежей, да, там, ну, мы тоже как латвийские компании, мы работаем везде, по всему миру, да, есть очень громкие всякие хорошие, позитивные вот успехи, да, когда мы слышим, что наша компания где-то в мире работает. Это свободное передвижение капитала. То есть, если они здесь, значит, здесь есть что делать, значит, есть. Если бы этот рынок стоял стабильный, да, все бы выполнялось, все жители довольны. Тогда же, в принципе, захотеть не надо, потому что, ну как, ну тогда все стабильно стоит, да, там ничего улучшать не надо, все уже приведено в порядок. Тогда и, в принципе, нечего улучшать, потому что интерес тогда, когда ты можешь своим действием что-то улучшить и из-за этого стать эффективной. Они это увидели, что наш рынок на то время, когда они заходили, он был вообще не развит. Был один большой РНП и там 5 среднего объема частных компаний. Они все эти компании скупили, да, чтобы просто работать дальше. Ну, это, и я считаю, что это хорошо, потому что там, где конкуренция, она обостряется. Там все вот организаторы этих компаний и владельцы, они должны думать про клиента. И как только они перестают думать про клиента, тогда и дома от них уходят. Ну, и у владельцев квартир есть выбор, да, куда пойти. И это хорошо, потому что эти компании потом, да, было действительно много случаев, когда люди были недовольны, каким образом перенималось все, каким образом потом все делалось, и сотрудники были недовольны. Они создали другие компании, да, которые сейчас там еще в этом, из этого движения на рынке более, наверное, 10 молодых перспективных компаний, которые работают. То есть они их создали те работники, которые были, ну, более такие предприимчивые в этих компаниях, они поняли, что они не хотят работать на литовцев, да, да, у них свои какие-то вот привычки и ведение бизнеса, у этих ребят свои, да, и они создали свои компании, так что из-за этого рынок только выиграл. Угу. Я не думаю, что это плохо. Пришел к нам еще вопрос. Спрашивают, так, сейчас, вот, если я не подписываю договор с Зивоклю Апсаймникошина с Бедриба, значит, действительно ли те санкции, которые прописаны в этом договоре? Например, запрет пользоваться парковкой возле дома, если земля под домом в аренде, и я плачу за эту аренду. Вот такой... Запрет, там надо смотреть, на чем он основан, этот запрет. Он основан на том, что хозяин не разрешает земли или... Есть какое-то особое решение? Нет, я понимаю, что запрет основан на том, что человек не подписывает договор. Вот Зивоклю Апсаймникошина с Бедриба. А если, значит... Возможно, я еще раз повторю свой ответ. Возможно, между Бедрибой и собственником земли существует особое соглашение о порядке использования этой земли. Допустим... Собственник дал какое-то разрешение Бедрибе разрешать или не разрешать стоянку на его земле. Я не, поэтому комментирую дальше. Понимаете, здесь нужно понимать, на чем это основано.
вообще звучит дико. Если нету знаков, нету ничего, то в этом случае кто-то кому-то не может запретить парковку. Mm-hmm. Значит, должно быть сначала какое-то ограничение. Если там есть собственник земли, значит, с ним должно быть его разрешение, и он имеет право выдвигать определенные условия. Надо смотреть всю цепочку. Ну, тут, я понимаю, у человека такой действительно конфликт вот с этой Бедрибой, потому что дальше он говорит, пишет нам следующее. «Я хочу сделать ремонт в квартире, но Ассоциация управления квартир не отвечает на мою просьбу оповестить жителей дома о ремонтных работах». Ну, кто ему мешает оповестить самому? Сам. Кто ему мешает? Оповестит и все. Да. Пишешь объявление о том, что в такое время будут проводить шумовые работы. Если он имеет в виду, что ему не разрешают перепланировку делать, так это справедливо, потому что перепланировка согласовывается в БУВАЛ, да, если просто он проводит какие-то работы, там, снимает плитку или делает скрытую проводку, при этом неизбежен шум, ну, тогда повесь объявление, что ты шумишь в такое-то время. Постарайся эти работы поставить так, чтобы минимально мешать людям, и все. Извести домоуправление, потому что они должны тоже знать, что там происходит. Проблем-то нет. Про автостоянку я бы советовал ему бы спросить, а на чем основывается вообще порядок вот, разрешения или запрета, где ставить машину, потому что, как Сергей уже упомянул, обычно это обосновывается на каком-то другом решении. Да, и, скорее всего, кооператив или там Бедриба, она выдает разрешение. Там, скорее всего, стоят какие-то знаки и так далее. И эти знаки обычно их выставляют на основании решения, да, жильцов. Или на, вот как Сергей уже упомянул, на договоренности с землевладельцем. Да. И вот нужно спросить, на чем основывается. Какой еще документ регламентирует порядок то, как кто может ставить машины на какие условия. Это параллельный документ. Угу. Ну и пришел такой вопрос. Если обслуживающая компания выключает на ночь отопление, что в этом случае делать? Ну, во-первых, почему она выключает? Злобы? Или просто-напросто сейчас понижается. Сейчас такая переходная температура, что сама автоматика отключает какой-то период вечернего времени отопления. Это зависит от того, что если у вас стоит на отоплении ночное понижение, потому что не секрет, что ночью нужна в квартире температура несколько ниже, чем днем, то автоматика может выключать. Я не думаю, что там бегает какой-то человек из управляющей компании и что-то делает. Это регулировки теплоузла. Поэтому, во-первых, физиологами уже признано, что вечером, ночью, в ночной период температура в квартирах может быть 16 градусов, это никому не мешает спать. В принципе, нужно выяснить, а что там происходит. Может, регулировки, может, у вас вообще там какой-то отказ в теплоузле. Но то, что там управляющая компания преднамеренно отключает ночью, может быть, но маловероятно. В чем интерес? Может быть, есть решение жильцов о том, чтобы отключать? Такое тоже может быть, я с таким сталкивался. Ну, то есть это могли сами жильцы обратиться. Но да. Это принимается большинством голосов. Должны ли всех опросить для такого принятия? Большинством. Но я вам могу сказать, что сейчас, вот когда такая погода, то ли тепло, то ли холодно в периоде, я сталкиваюсь постоянно с двумя видами звонков. Вечером или ночью недостаточно отопления, а утром отчевывают тут. Угу. Потому что после ночного отопления солнце уже светит, а инерция дома еще есть. И, кстати, это такой сезонный переход, на мой взгляд. Он неизбежен со связанными вопросами. Но это надо задавать вопрос домоуправлению. Ну да, это переходный период. Понятно, что всегда будут те, кто хочет сэкономить, уже говорит, что уже хватит нам платить деньги, а есть те, кто мерзнет.
Ну что же, я смотрю, время наше уже подошло к концу, и я еще раз напоминаю о том, что можно задавать вопросы в любое время, писать вот на наш номер WhatsApp 2-300-6191, и в этот раз вот как раз мы отвечали на те вопросы, которые пришли прямо перед передачей. Спасибо большое всем, кто задавал эти вопросы, и спасибо нашим уважаемым экспертам. Это председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвар Гонтарев. Спасибо большое. До следующей недели. Хорошего дня. До свидания. Всего доброго. Радио Болткома.